В тюменской погоде настроение отличное. Здравствуйте, с вами Анастасия Щербакова. Информация предоставлена Центром ФОБОС. В пятницу по югу Тюменской области скользнет атмосферный фронт, поэтому небо слегка нахмурится и кое-где брызнут небольшие дожди. Но это не помешает температуре оставаться не по сезону высокой. 20 мая в Тобольске переменная облачность без существенных осадков. Ночью еще прохладно, 7-9 градусов, после полудня плюс 20-24. Вышли легкие облака и без существенных осадков. Ночные часы 6-8 тепла, днем на термометрах плюс 23-25. В Задоуковске облачно с прояснениями, серьезных осадков не ожидается. Ночью до плюс 11, днем 25 градусов и выше 0. В Юлторовске облака, возможен небольшой дождь. После полуночи 9-11 тепла, днем воздух прогреется до плюс 25. В Тюмени облачно с прояснениями, без существенных осадков. Под утро плюс 8-10. Днем столбики термометров поднимутся до 26 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное.